В 2018 году, в 2018, наша соседка из третьей квартиры решила поменять колонку. Когда пришла газовая служба по замене колонки, оттуда выгребли они, ну я не знаю, ведра три, кирпичей. То есть головок-то продолжает разрушаться. И все это падает вплоть до дохлых голубей к нам сюда вот вниз в эти вытяжки. Почистили, я быстренько поднялась, побежала в управляющую компанию, направила очередную жалобу. Вот она, копия здесь жалобы, но они даже не ответили. Они нас проигнорировали. Теперь, в 2019 году, осенью, написала жалобу опять теперь в госжилинспекции по этому вопросу. Госжилинспекция пришла, обследовала, подтвердила, что в ходе проверки здесь вот разрушение кирпичной кладки оголовка существует. Ну, что они сделали? Они на директора УК составили протокол об административном правонарушении. Я не знаю, сколько он заплатил, 500 там рублей он заплатил или 1000. Но все продолжается. Вот 2 недели назад якобы ходила какая-то проверка, меня в этот момент не было дома. Соседка из третьей квартиры их впустила. Они, значит, сказали, что у нее слабая тяга. Она вызвала газовую службу. Газовая служба пришла, 1,5 ведра, 5 кирпичей вытащила со штукатуркой. Колонка начала чуть-чуть работать, а из управляющей компании пришло ей предписание о том, что она обязана там проветривать, то есть инструкцию соблюдать по пользованию колонкой. И все. И вот мое терпение закончилось, я пришла к вам и понесу такие же копии в прокуратуру. Может быть, прокуратура заставит их работать.